Дорогие друзья, настал решительный и ответственный момент. Сегодня мы уже готовы отказаться от той навязанной нам системы, западной системы счета, которой мы пользуемся. Вот это вот 0, 1, 2, 3 и так далее. Вот это все надо забыть как страшный сон. Потому что у нас есть наша родная русская система счета. Счет древних русов. И теперь я всегда буду пользоваться только им, и вы тоже все будете пользоваться только им. Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок. А как будут выглядеть уроки математики? Итого у нас получается, что все делители числа пудовичок, десятичков, да, серебрячок, первый полушка, ой, нет, не полушка. А который час? Осьмушка часов, да четвертушка десятичков минут. Угу, спасибо. Пап, а какой у нас возраст согласия? Возраст согласия – очень серьезная вещь. У нас возраст согласия по закону медичок до 10 человек. Эх. Давеча я положил на вот эту карту четвертушка. А, подожди, почему на карту четвертушка? Потому что тройка. Прихожу я, значит, в магазин сети пудовичок и говорю, можно мне колбасы на 10 человек? Когда я был маленьким, мы бухали с пацанами портвейн серебрячок. Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмичок, да блин, десятичок.